бы разобраться, как работает так называемый областной закон о такси, который был принят в соответствии с требованиями 69-го федерального закона и направлен на легализацию таксомоторного обслуживания населения. Депутаты регионального парламента еще в апреле прошлого года провели депутатские слушания и детально обсудили, какой быть службе такси в Кировской области, что нужно сделать, чтобы этот бизнес обеспечивал качественные, безопасные, доступные услуги по перевозке пассажиров и багажа, приносил не только доход перевозчикам, но и налоги в бюджет. Однако в последнее время значительное число предпринимателей-таксистов отказываются от статуса индивидуального предпринимателя, но продолжают пользоваться уже полученными разрешениями на эту деятельность. Проблемы, связанные с реализацией закона на территории Кировской области и развитием малого бизнеса в сфере службы такси, были рассмотрены на заседании круглого стола, проведенного в законодательном собрании совместно двумя комитетами – по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи и по экономическому развитию промышленности, торговли и предпринимательству. Порядка вот 800 уже разрешений, которые были выданы, значит, как бы они сейчас просто бесхозные, вот у них они на руках существуют, значит, но фактически они налогов не платят. Поэтому надо посмотреть, что нам надо еще поменять, может быть, в законодательстве, с какими-то инициативами выйти в Государственную Думу. Но совершенствовать нам этот бизнес надо. Мы должны решить две задачи. Первая задача – как создать дополнительные условия для развития этой ниши, как альтернативной ниши, не противоречащие действующему законодательству, тогда экономика начнет активизироваться. А вторая – это как обеспечить все же у нас порядок в этом отношении, чтобы не мог пострадать пассажир, чтобы были гарантии его здоровья и безопасности движения, чтобы минимум комфорта и услуг были обеспечены. Что не устраивает легальных перевозчиков? Контроль над ними осуществляется намного активнее, чем над незаконными перевозчиками. И штрафы на честных бизнесменов, имеющих разрешение, несопоставимо больше. Легального перевозчика, пожелавшего получить разрешение, пожелавшего, значит, обозначить себя шашечками, значит, обозначить себя фонарем, повесить, значит, тарифный план в салон автомобиля, значит, повесить бейдж, кто же везет пассажира, да, значит, он очень удобен, то есть сотрудники БДД его останавливают. Огромное количество нелегальных перевозчиков, огромное количество, их просто стало вот после принятия этого закона, их количество увеличивает. Они оказываются вне поля деятельности контролирующих органов, потому что их контролировать крайне сложно. Во-первых, они никак не обозначены. Во-вторых, значит, к ним применяются такие смешные штрафы, что если легального перевозчика можно оштрафовать где-то порядка 50 тысяч рублей, набрав там по нему там различных нарушений, то нелегала можно оштрафовать всего на 2. Нелегальных перевозчиков, к тому же, плодят сетевые службы, которые с недавнего времени активно работают в нашем регионе. Обеспечивая заявками таксистов, не имеющих разрешения, они не несут ответственности за качество предоставляемых услуг. Но законных рычагов влияния на их работу ни властные структуры, ни контролирующие органы не имеют. Кроме того, остро стоит и проблема отзыва разрешений на работу в сфере такси у тех, кто фактически ими уже не пользуется. По словам начальника отдела транспортного контроля Департамента дорожного хозяйства Алексея Кузнецова, наша область в сфере урегулирования деятельности такси одна из первых в стране начала выдавать разрешения на деятельность в сфере такси, подготовила региональное законодательство, инициировала совместное проведение межведомственных контрольных мероприятий. Эффект и качество этих мероприятий, оно усилилось чем? Потому что после каждого выезда машина оказывается на стоянке как предмет правонарушения, как орудие совершения административного правонарушения. Мы нацелены и будем добиваться того, чтобы такие мероприятия, которые сейчас уже работают на территории города Кирова, были распространены на территорию всей области. Проблема в том, что в законодательстве прямыми контрольными полномочиями по выявлению и привлечению к ответственности нелегальных перевозчиков не наделены ни полиция, ни госинспекция по безопасности дорожного движения. Но в рамках закона по фактам правонарушений, по заявлениям граждан, меры принимаются. Недавно проведена операция такси. Сроки проведения были с 26 февраля по 1 марта. Наработка есть.
данном направлении. И будем по мере возможности ее проводить в дальнейшем. Значит, у нас создана рабочая группа, которая занимается непосредственно вопросами по нелегальным перевозчикам. Все ваши предложения, рекомендации мы рассмотрим. То есть мы готовы работать в данном направлении. Неоднократно участники круглого стола высказывали за необходимость вынесения судебных решений о конфискации автомобилей у незаконных перевозчиков. Такая практика заставила бы многих из них задуматься о легализации своей деятельности. Пока же автомобили только задерживаются на 2-3 недели, а затем возвращаются владельцам. Сотрудниками полиции Кировской области, именно в областном центре, предприняты, пожалуй, беспрецедентные меры в качестве мер обеспечения производства по делу об УБАД правонарушений. Значит, в настоящее время мы уже изъяли 3 транспортных средства. Суды, естественно, их боязнь применять как меру наказания по делу конфискацию, она ясна. То есть первоначально, возможно, в последующем, если лицо будет снова застигнуто за совершением аналогичного правонарушения, может быть, данная санкция будет применяться. Может быть, есть смысл какую-то вот постоянно действующую межведомственную комиссию создать, которая могла давать полномочия контроля? Право у нас есть, инициативы. Пожалуйста, предложения ждем от любого. Мы вот для этого и собрались, чтобы выслушать все предложения. Если будут какие-то деловые предложения, мы их, значит, будем учитывать в дальнейшей нашей работе. Будем совершенствовать законодательство, что делать. Значит, и, конечно, вот правильно отмечали, я себе даже вот здесь записал и пометил, что много это зависит от нас самих, от населения. И, во-первых, от информированности населения, а во-вторых, от настойчивости, насколько, чтобы ему была качественно оказана услуга и соблюдение законодательства, значит, прежде всего, самим населением. Потому что нужно жить по закону. Я в этом бою с 90-х еще. Вот. Послушав всех, как бы, да, я выделил, наверное, основные аспекты. То есть на фоне того, что существует такой закон 69-й, к сожалению, нормальные предприниматели и предприятия обязаны либо терять свою прибыль, уходить в тень. Вот, но на фоне, чтобы не потерять. Но на этом же фоне почему-то открываются другие, то есть все-таки это приносит определенный доход, да. И, соответственно, при этом мы понимаем, что мобилы находятся в лучших условиях. То есть вот, исходя из всего этого, все обсуждения меня привели вот, уже к моему разумению, что данный закон вообще сырой. Все, что мы вносим сегодня, все изменения, все субъекты, они берутся из предыдущего закона, который работал до 2005 года. Данный вид деятельности до этого времени был лицензируемый. Значит, для того, чтобы ранее получить предпринимателю, либо руководителю предприятия разрешение, то есть лицензию сначала выполнить определенный вид, так скажем, работ, да, а потом лицензионную карточку, вот все мы сегодня обсуждаем, все это легальными перевозчиками сегодня делается. То есть они за закон в любой его форме. Другие предприниматели используют те дыры, которые, как бы, к сожалению, не могут реализовать вот этот закон. У нас сегодня нет того надзорного органа, который этим вопросом занимался ранее и должен заниматься сегодня. Вот я думаю, это основная проблема. Мы не будем идеализировать ту среду, которую вот сегодня показали, что значит такое перевозчик нелегал. Если вернуться к старому формату лицензирования, да, то есть отдать в руки контроль, не в руки самих перевозчиков, а вернуться к четкому контролю со стороны государства, на сегодня мы должны честно признать, что действительно бизнес требует усиления регулирующего здесь со стороны государства. Легальный бизнес должен быть защищен, и поэтому, Михаил Викторович, ваше предложение нужно поддержать. Участники круглого стола обсудили также возможность введения для автомобилей такси номеров желтого цвета, необходимость создания перевозчиками саморегулируемой организации, пути совершенствования работы диспетчерских служб. Серьезной переработки, по общему мнению, требует федеральный закон. Контроль за таксистами со стороны государства должен быть, и депутаты намерены включиться в работу над необходимыми поправками для подготовки законодательных инициатив. По итогам обсуждения были приняты рекомендации, в которых нашли отражение все прозвучавшие на круглом столе предложения.